Приветствую вас, и для начала стоит поработать проблем в семье. То есть, вот, какова природа конфликтов, которые наблюдаются у вас сейчас с супругом? Какова их начальная стадия была, на фоне чего они у вас появились? И если этот конфликт можно разрешить, то тогда надобность в друге семьи у вас, скорее всего, отпадет, потому что он для вас своего рода спасительный круг. Если же отношения с мужем наладить не получается, то для начала нужно от мужа уйти. То есть, достаточно показать ему, что вы не собираетесь терпеть его отношения, не собираетесь там унижаться, лишать себя права. Покажите ему, что вы самостоятельный человек, что вы знаете, куда идете, что вы имеете достоинство, что вы любите себя и так далее. Дайте мужчине понять, что он может вас потерять. После этого, вот, после того, как вы расстанетесь хотя бы на время, нужно посмотреть, как он на это будет реагировать. Какие будут его поступки, какие будут его шаги. Может быть, мужчина, осознав, что вас потерял, или что может вас потерять, начнет активно стремиться к тому, чтобы вас вернуть. И тогда вы почувствуете либо ответные чувства к нему, и ваша семья восстановится. И вы забудете про друга семьи. Либо чувств никаких у вас не будет к нему, и вы поймете, что действительно друг семьи тот мужчина, который вам больше подходит, которого вы в большей степени любите. И вот тогда уже вам можно проявить симпатию к этому мужчине. Тогда уже вам можно будет дать ему понять, что вы чувствуете. И если у него есть к вам ответная симпатия, он ее, безусловно, проявит. Но в той позиции, в которой находитесь вы сейчас, друг семьи, если он благородный, уважающий себя мужчина, он на вас внимание обращает, как на женщину, не будет. Потому что это означает предательство. Предательство дружбы. И, в общем-то, не очень красивое с точки зрения мужчины поведение. Чтобы данную ситуацию исключить, чтобы не накладывать на мужчину ответственность больше, чем нужно, сперва нужно разобраться окончательно с отношениями с вашим супругом и попытаться их реанимировать. Если не получится, вы имеете полное право жить дальше. И с кем? Уже вопрос выбора. Вашего выбора. Вашего личного выбора. И это зависит целиком и полностью напрямую от вас. Вот таков ответ на ваш вопрос. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы возникли, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.